Добро пожаловать на воскресную зону. В общем-то, у нас давно не было ничего такого в стиле гонок. Да, и у нас, получается, наверное, первый, да, Колин Макрей ралли. Который у нас выходил на PlayStation 1. В общем-то, Колин Макрей, я знаю, вернее, я с ним был знаком, потому что у меня, блин, не с самим Колин Макрей, естественно, а с игрой был знаком, то, что у меня знакомый один, он играл. Ему, в общем, нравилась данная серия, и он, в общем-то, с охоткой проходил ее, наярил по полной программе, поэтому, в общем-то, примерно представляю, что это такое, вот, и, в общем-то, мне игра, ну, так, относительно была. Меня там удивляло это графика довольно-таки на то время. Сейчас-то, наверное, она уже не так смотрится понтово, но на то время она была ничего. Так, можно Руск. Так, Руск, что у нас вообще здесь есть? Правда, я не понял, в каком части, по-моему, вторую, возможно. Что у нас по опциям? В общем, у нас все как обычно. Играем где-то полчаса, посмотрим. Позалипаем, что у нас писать. Ну, это вообще, в общем, стандартные раллийные гонки. Считаются довольно-таки, насколько я знаю, одним из неплохих, грубо говоря, топом. Загрузка сложная. Что у нас по сложности? В общем, топом на PlayStation, по крайней мере. Условия. Что такое условия? Графика, джойстик. Джойстик, что у нас? Ага, газ, тормоз, ручник. Увеличение скорости снизить. Ага. Так. Все, здесь у нас понятно, в общем, здесь ничего не будем трогать. Идем сразу. Очки. Очки. Посмотрим, как тут все устроено. Так, опция учеба. Ну, учеба для, это не для нас. Ралли есть, гонка на время. Так, гонка на время, это можно сразу забыть, потому что я не ас в гонках вообще. Поэтому сейчас будет, наверное, пример, как не надо играть в гонки. Загрузка тоже нихера. В общем, здесь у нас есть либо ралли, либо чемпионат. Чем они отличаются, я не знаю. Пойдем, наверное, на ралли. Коли это у нас симулятор ралли. Так. Здесь есть машина. Пускай будет автомат, слушайте. Ирландия, Греция, Монте-Карло, Австралия, Швейцария, Корсика, Индонезия, Англия. У нас начинается с Зеландии, да? В основном гравий. Так, подожди, что у нас по машинам? То есть те, что у нас... Это у нас, которые мы можем выбрать, да? Subaru, Mitsubishi, Ford, Toyota, Renault, то есть 4, да, получается, 1, 2, 3, 4, да, 4 машины можем выбрать, Toyota, Ford, Mitsubishi, ну что возьмем-то, в общем-то, Mitsubishi, короче. Далее. Ваше имя. Имя. А как тут? Подожди, как тут удалить? Ау. Алекс, можем я надвинуться? Будем... Да блин, как тут одну букву-то убрать? Ага, Алекс, где у нас? Как будто Алес, Алео. Алео вот у нас, все. У нас нашего героя зовут Алео. И он... Трасса Новая Зеландия.
Что-то все сложно-то. Я думал, мы сразу поедем. А, настроить можно. Средняя подвеска. Это ее мягкость и жесткость, да, как я понимаю. Тормоза. Стандартный тажитык. Брос, вид трассы. Так, холмистая местность с такими участками. Гравий очень сыро. И у нас очень сыро. У нас сегодня погода сырая. Как мне назад-то сделать? А, все, спасибо. Так, шины тогда, пожалуй. Спецшины для заезда по гладким поверхностям. Вот. Вот эти мокрые берем. Так, электроника. А мы не можем ничего с электроникой сделать, да? Нет, ничего. Так. Рулевое управление здесь еще можно настроить. Все сложно, я говорю, это, блин, для меня это непостижимо. Поехали. Такая у нас трасса. Так, что там у нас? 4,9 километра. Ох, ща мы нагоняем. Ну, чем радует меня ралли, тем, что, по крайней мере, ты хоть на трассе один едешь. Не нужно заморачиваться на то, что здесь еще кто-то, который тебя будет пинать взад, блин. Так. Насколько я понял, мы здесь будем бороться по времени, ебаномать. Тихо. Слушай, я уже 10-й. Хорошо, идем, господа. Как они нахер понимают вот эти углы поворотов, блин? Даже 9-й уже. Нет, тачка управляется довольно-таки неплохо, кстати. Не как, блин, мыло в ванне. Ну, в общем-то, это и не удивительно, потому что Codemasters, по-моему, подошли довольно-таки глобально к этой игре, когда ее разрабатывали. Мы уже позицию просрали одну. Тихо, тихо, куда тебе так понесло-то, а? Здесь можно еще виды как-то менять. Эй, стоп. Я забыл, что тормоз. Не-не. Вообще, мне нравится, конечно, вид из кабины, но, блин, шахерить как неудобно. Вообще, единственные, наверное, гонки, в которые я очень долго залипал, наверное, это, ну, на Sony PlayStation 1. Да и второй тоже. Это, наверное, как несложно догадаться, это Gran Turismo, блин. Но при всем при том у нас тачка еще живая. Я не умудрился ее пока разбить. Подожди. Если их сбивать, мы получаем. Что мы получаем, если мы сбиваем вот эти штуки красные? Нас типа штрафуют временем. Совсем я понял, конечно, что этой штуки. Но мы должны хотя бы 10-ми быть. Но мы, по ходу дела, не будем 10-ми. Тихо, тихо, давай. Мы, блин, 12-е. Зато живые, блин.
У нас 12 место. Кто у нас тут? Лятти у нас на первом месте на Субару. Вот она чё. Ладно, погнали. Следующее, что у нас там? Что-то еще какая-то длинная трасса. Сейчас, а сколько всего трасс в одном заезде? У нас второй этап получается. Слушай, там небо ясное было. Я мог сменить как-то покрышки. Что-то не совсем понимаю, сколько у нас получается уровней. Ну, не уровней, а этапов. В одной стране. Слушай, я что-то смотрел управление, что-то забыл, что у нас является тормозом. То ли кружок, то ли квадрат. Дрифтуем, дрифтуем. Вашу мать, вот и понеслась. Да что за хрень-то? Да, походу дело за то, что мы сбиваем вот эти красные штуки, нас штрафуют временем. И кому же 16-е? Надо притопить. Да, я только в БелАЗ не влезешь в этот. Как он, большой груз или как он там называется правильно? Ты... Ох ты, блин, вот это было плохо. Вот это я налажал сейчас. У меня, кстати, на PlayStation 1 были какие-то гонки Формула 1, я не помню. Я не помню, какие они из себя, но я помню, что там какой-то неплохой музон был на заставке. Это единственное, что я помню. А так вообще, что на Sega, что на Dendy, что-то я никогда особо так не играл в эти Формулу 1. Это положено что-нибудь какой-нибудь? Нет. Блин. Это было очень плохо сейчас. Вообще 15-е, в общем, плохо. Наш водила лажает по полной программе. Еще тачку ломает. Что, здесь снимают? Здесь какие-то деньги есть или что у нас здесь вообще? То есть, за счет чего мы там чиним? И здесь никакого особо такого менеджмента нету. И, в принципе, довольно неплохо. Мне нравится, она управляется довольно приятно. В принципе, если выучить трассу, то вполне себе. Интересно, это специфика именно раллийных гонок, вот это вот отсутствие на экране трассы. Давай, давай, сейчас надо тормозить. Здесь, наверное, надо было на дрифте херачить. 15-й вообще. Вообще хрень какая-то у нас. Вообще налажали по полной программе. Стыдоба, господа. Так нельзя ездить.
А что там за пароль дают? Это типа, если у тебя как бы нету места на memory card, ты можешь типа пароли писать? Что у нас там за трасса вообще? Новая Зеландия, третий этап. Сколько всего этапов-то? Четвертый. Сыро. Погода у нас сегодня сыро. Так что да, но у нас покрышки оставляем. А можно как-то средняя подвеска, упругая подвеска. Когда? Ага. То есть это зависит от трассы, да? Управляемость и контроль только для хорошего покрытия. Ну, у нас среднее покрытие, давай попробуем мягкую поставить. Что будет? Мне, наверное, сейчас любители или там профи в этих гонках, наверное, тихо ненавидят. Так, в общем, поехали. Сыро, день, время. Что там, 7% гравия, мокрая грязь. Нормально. О, да, о, радуга. Ладно, может это будет удачно, может мы хоть здесь доберемся хотя бы до 10-го, я уже буду рад. Трасс я не знаю, поэтому не ждите от меня здесь ничего сверхъестественного. Да, по-моему, квадратик это у нас тормоз. А, да, меня, кстати, прикалывало то, что здесь машина пачкается. Гран Туризмо вроде как тоже пачкалась, но она не так, по-моему, пачкалась, как здесь. В общем, да, здесь если вникать, конечно, во все эти тонкости, то есть когда, какие там настройки хороши, то это, наверное, тоже довольно залипательно. Видели, как это было профессионально? О-о-о. Мой опыт растет. Тихо, я перепутал дорогу. Чуть там бедных зрителей не убил, блин. Плохо идем, слушай. Я начинаю собой гордиться. Опа, да, вот так вот. Подожди, а в какую сторону-то? Тихо, не сломай. Да ты... Неужели здесь нормальных дорог нет в Новой Зеландии? Да твою мать, ну как я мог-то его сбить-то Музона у них нет на трассе, кстати. Я, может, люблю ездить с музоном в ушах.
Мне вообще вспоминается, на самом деле, блин, гонки в этом, а вернее, заезд в Гран-Туризмо. Я не помню, сколько он там, то ли 6 часов, то ли сколько-то, короче. Давай, мы, блин. Блин, 6-е место. Ну, это лучше, чем, по крайней мере, в прошлый раз. Ох. В общем-то, мы потихонечку. Мэкри. Мэкри у нас на первом месте. Друзья, как посмотреть? Можно как-то посмотреть? Подожди, как мне посмотреть-то? Здесь же есть у нас реплеи. Я профессионально вошел поворот, а? Вообще просто классно. Слушай, почему я не могу, блин, убрать вот эту хрень и посмотреть нормально реплеи? А, во. Во, можно посмотреть как. О, красотень. Так, что у нас там далее? Так, Новая... А, слушай, это последний, что ли, у нас получается? Или это какой? Новая Зеландия. Что-то не понимаю, а почему мне не дали заменить покрышки-то? Или это как бы раз в два этапа можно делать? Не понимаю, здесь получается всего 8 тачек, что ли? Тихо, не сбей эту хрень. Square, наверное, 90, да, градусов получается. Это типа 35. Это типа 40 градусов. Прыжок. Еще один. Я что, сбил опять эту хрень? Тихо. Что за пруд такой был, блин? Опять эту хрень сбил, да япона мать. Я больше времени теряю на том, что сбиваю эту хрень. А, кстати, да, я вру. Я же еще залипал в этот. В NFS 3, по-моему. Или как он там? High Stakes. Опять я сбил эту хрень. Да чтоб тебе. Да, еще в Need for Speed. Кстати, по-моему, это последний Need for Speed, вот этот High Stakes, в который я именно залипал. После этого я уже как-то... Ну, как-то мне не особо как бы уже нравились последующие части NFS. Они хоть и как-то преследовали цель, то есть... атмосферу Need for Speed'а сохранить, но это уже что-то как-то не то было там. Хорошо, прыгаем, прыгаем. Ну, пока в десятке. Я не понял, я опять сбил, что ли? Ух ты, блин, еще и развернуло так. Так, на 40. А, нет, это просто мне
пишется. Это, видимо, я то ли смещаюсь по позициям, то ли еще что-то, в общем. Пока я не совсем понял. Очень сложно следить за дорогой и посмотреть, что у тебя творится на экране. Ну, на дисплее. Этап закончен, господа. И у нас 8-я позиция. Ну ладно, хоть в десятке. В общем, вот такие у нас Колин Макрей ралли первые. А что у нас там следующее по трассе-то? А не, еще один. А сколько всего этапов-то получается? Я что-то вообще не догоняю. Этап 6. Да, точно. Каждые два этапа мы можем перенастраивать машину. Это уже подлиннее будет трасса-то. Пятый этап. Так, пятый и шестой. Мокрый гравий, мокрая грязь, да, пойдет. Пускай будет подвеска мягкая. Чувствительность тормоза стандартная. Какие есть тормоза? Стандартные. Передние косые. Ага, это задние косые. Типа, сколько времени тратится на переустановку? Погнали. Ладно, это сейчас будет последний у нас заезд. Вот, и на этом, наверное, уже будем заканчивать серию. В общем-то, вот такие у нас ралли Колин Макрей. Ну, в общем-то, я не фанат особо гонок. Никогда особо в них глубоко я не вникал. Хотя, ну, зная там людей, то есть, в принципе, довольно тоже. Если увлекаешься машинами, да, то вполне себе интересная вещица. Является одной из топовых, да. Ну, если не брать там во внимание другую часть. Там же вроде как еще, кстати, на Sony PlayStation 2 есть же, они там есть какие-то части. В общем-то, да, вещь достойная внимания, если вы фанат гонок. Именно спортивных получается. Очень интересно, смогу я выжить первое место, да хер там два. Посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Куда тебя понесло-то, а? А нет, интересно, здесь... Ты типа... Ох ты, черт, возьми... Господа, какой... А, это у нас задний ход. Чуть не убил людей. В общем, меня опасно сажать за руль. Меня толк, если только что-то крушить. Уже шестой, вот так вот. Всрал тот поворот и уже шестой. Твою ты мать. Слегка потерял контроль. Что это, просто прыжок или с поворотом? Да,
можно было на полном газовать. Пятый? Я пятый? Я шестой еще. Шикарно. Ну ладно, в общем, на этом будем заканчивать, наверное, нашу эту воскресную зону. В общем-то, вот такие ралли у нас. Колин Макрей. Я, по-моему, все-таки видел больше вторую часть. Ну, больше вторую часть, чем первую. Что-то я не помню именно вот эту первую часть. Вот, в общем-то, на этом все. Так что увидимся в следующих воскресных... Услышимся и увидимся, в общем, в следующих воскресных зонах. И прохождениях.